Несмотря на свой, так сказать, не совсем молодой возраст, я к авторской песне пришел совсем недавно, скажем так. Вот, тут так влился очень быстро и плотно, со всеми, где можно, подружился. У вас уже выступаю, так сказать, не первый раз, ну и не последний, конечно же. Ну, а поскольку, так сказать, авторская песня, а вот она как бы появилась у меня в жизни недавно, ну, соответственно, есть коллеги по работе, друзья, так сказать, по жизни, которые, ну, видели вот это изменение, так сказать, какие-то там гитары, концерты, куда-то уезжают все время. Ну, ты, наверное, скоро работу нашу бросишь, ты, наверное, скоро будешь деньги зарабатывать. Вот, я говорю, не, ребят, это совсем другая история. Дело в том, что, в принципе, есть вот два таких вот известных барда, да, вот, это вот Митяев и... Ой... Коллега-то мой. Зальзенбаум, ну да. Вот, они, да, говорю, но их за это, говорю, и не любят в среде, в общем-то, бардовской, за то, что они зарабатывают деньги. А так, говорю, это, в общем-то, такое, ну, как хобби. Это примерно как вот люди, которые занимаются, скажем... На рыбалку ездят. Да не, на рыбалку немножко другое. Там, тут, там надо много пить, тут не обязательно. Вот. Как, например, филателисты собираются где-нибудь, вот каждый пришел со своим альбомом, а вот у меня такие марки, такие, вот они, кстати, куда-то варятся. А здесь тоже, каждый пришел с гитарой, а я вот это написал, а я вот это выучил. И, в принципе, не так это важно даже, насколько это хорошо, насколько это плохо. Оно, так сказать, хорошо уже то, что это искренне. И даже вот буквально неделю назад в Москве происходило, ну, не то, что это конкурс, скажем так. Вот есть такая Аня Запрягаева, очень ее люблю, потому что она любит раскрепощать людей. В общем, приходят люди закрепощенные, а уходят от нее, как правило, так сказать, уже абсолютно, так сказать, владеющие собой на сцене, и, в общем-то, так сказать, и голосом, и пластикой, чем угодно. Собственно говоря, так сказать, я тоже, можно сказать, отчасти ее продукт, потому что поначалу мне было совсем тяжело. Вот столько бы слов уже все, у меня уже было совсем сухо во рту, я уже не мог вообще ничего говорить. Вот. Но суть в том, что неделю назад она объявила открытый, ну, недели, полторы, там, открытый микрофон, такой, как бы конкурс. Суть в том, что может прийти кто угодно, с чем угодно. То есть что-то надо спеть на сцене, поскольку в микрофон. Вот, минусовку с собой принес, инструмент с собой принес, там группа пришла, там и акапельные были, и всякие. И пришел один мальчик, на гитаре играет, ну еле-еле, поет мимо ноты, ну вообще. Песню написал сам, песня хорошая. Вот, и, в общем-то, аплодисменты сорвал прилично. И вот Аня выходит между номерами, она так вот тоже объявляет и говорит. Вот знаете, многие конкурсы, которые вот так вот проводятся, обычно есть отбор. И очень часто, говорит, просят фонограмму прислать, ну, типа, в отбор. А я, говорит, сразу сказал, никаких фонограмм, каждый, кто заявился, приходит и выступает, неважно. Вот. И говорит, представляете, вот мы бы этого не услышали, если бы он попытался прислать фонограмму. Вот, действительно. Ну, это такое, в общем, вступление-отступление. А так, разговор, поскольку об авторской песне. В общем, жил и себе жил, а потом понял, все, хорош жить так, как жил, пришло время петь. Вот, и по этому поводу родился такой маленький стишок. Ох, непростое у нас нынче время. А помните, Цоя, мы ждем перемен. Вот и свалилось на плечи нам бремя. Так придавило, не встанешь с колен. Но зреет зерно в соцветии колоса. Хватит молчать, довольно терпеть. Пусть нет и в помине ни слуха, ни голоса. Это не важно. Пришло время петь. Мне говорят, времена наступили суровые. Нужно быть начеку, быть готовым его поглядеть. Только вот у себя в голове слышу снова и снова я. Время петь, время петь, время петь, время петь, время петь. Мне говорят, дурачок, ну на что ты надеешься? Не удастся такому, как ты, ни за что преуспеть. Не поможет ни Бог и ни черт, никуда, брат, не денешься. Только сердце стучит, время петь, время петь, время петь. И вот стою, пою я песенку свою с подругой старой. Свои гитарою. Мне говорят, несерьезное это занятие. Песни петь ничего, не имея за это взамен. Да уж лучше б ты создал коммерческое предприятие. И на фондовой бирже играл бы на разнице цен.
я уже сыт и советами, и разговорами. И от ваших советов готов я всерьез озвереть. Ох, не время сейчас заниматься подобными спорами. Время петь, время петь, время петь, время петь, время петь. И вот стою, пою я песенку свою с подругой старою, своей гитарою. И вот стою, пою я песенку свою. Придется вам терпеть, настало время петь, настало время петь, время петь, время петь, время петь, время петь.